четверо внебрачных детей. Отношения с Ольгой Краско и развод после 20 лет брака из-за молодой любовницы. Любвеобильности восточного режиссера можно только позавидовать. Как Джанику Фазиеву удавалось много лет скрывать детей на стороне? Как он потерял все деньги и стал практически банкротом? 60 лет исполнилось в этом году именитому режиссеру из Узбекистана. Буквально недавно он решился уйти от жены, с которой прожил более 20 лет вместе, и тайно жениться на актрисе Светлане Ивановой, которой только 35 лет. В первом браке с женой актрисы Линой Эспли у Джаника появилось двое детей. А самой старшей дочери на стороне, которой режиссер дал свою фамилию, уже исполнилось 33 года. Снимая «Турецкий гамбит», Джаник стал ухаживать за Ольгой Красько, которая родила от него дочь. Девочку назвали Олесей, сейчас ей уже 15 лет и фамилию она носит – Фазиева. Но Ольга Красько не стала пачкать имя уже тогда известного актера и именитого режиссера, рушить его семью, ведь в ней подрастали двое детей. Она отошла в сторону, прекратив отношения между влюбленными. А вот роман на съемках «Август 8-го» с актрисой Светланой Ивановой оказался с большим продолжением. Светлана на 24 года моложе Джаника, но это не остановило влюбленных. Она родила двух дочерей и долго скрывала, кто является отцом ее детей. Но тайное всегда рано или поздно становится явным. И дав интервью журналу Hello, она рассекретила отца своих детей. Это было в 2015-м, и ничего не изменило ни в ее жизни, ни в жизни Фазиева. Он так и дальше продолжал жить на две семьи, а развелся только после того, как Светлана родила ему вторую дочь. Только через 4 года они поженились, и она наконец-то дождалась своего женского счастья. Теперь она законная жена и мать двух дочерей от любимого человека, но не все оказалось просто. В этом году стало известно, что Джаник не платит по кредиту, который он взял на съемку фильма «Вратарь галактики». Но небольшие кассовые сборы, введенные ограничения по всему миру, принесли с собой массу проблем. Сумма его кредита – 600 миллионов рублей, из которых он остался должен 200 миллионов. Сейчас Джаник находится на грани банкротства. И многие поклонники его творчества задаются вопросом, как теперь поступит его новая спутница жизни, официальная жена Светлана Иванова, которая долгие годы добивалась права стать его супругой. И в горе и радости жить с ним до конца своих дней. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А мы постараемся держать вас в курсе последних новостей из мира знаменитостей и шоу-бизнеса.